Сегодня на берегах Волги чуваши поют о счастье. А всего лишь 50 лет назад песни о счастье просто не могли петь люди. Но они слагали легенды. В них жили богатыри, наделенные сказочной силой, сражавшиеся против зла во имя народного счастья. И когда пришло время, сказка стала былью. Чувашский народ обрел своих богатырей. На фронтах гражданской войны легендарный комдив Чапаев. Космос штурмуют богатыри советского народа, среди них чуваш Андриан Николаев. Вместе с русскими рабочими и крестьянами под руководством коммунистической партии чувашский народ строил и защищал свое счастье. И сказка стала былью. За одни сутки в Чувашии производится столько продукции, сколько за один дореволюционный год. Столица республики, город Чебоксары, готовится к празднику. На торжественном заседании член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров РСФСР Геннадий Иванович Воронов горячо поздравил трудящихся Чувашии с полувековым юбилеем, с большими успехами в социалистическом соревновании в честь столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Товарищ Воронов огласил указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики орденом Октябрьской революции и вручил высокую награду. Первый секретарь Чувашского обкома КПСС товарищ Вороновский горячо поблагодарил партию и правительство за высокую награду. «Юбилейный год, — сказал он, — войдет в историю Чувашии как год больших успехов в развитии хозяйства и культуры республики. За успешное выполнение своих социалистических обязательств коллектив Чебоксарского ордена Трудового Красного Знамени Хлопчатобумажного комбината награжден памятным знаменем Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета министров РСФСР и ВЦСПС. Продукция завода тракторных запасных частей славится далеко за пределами республики. Коллектив предприятия награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации. Сегодня заводы и фабрики Чувашии
выпускает свыше 1200 видов изделий. Они идут не только во все области и республики страны, но и почти в 70 зарубежных стран. Зримых успехов добились и труженики сельского хозяйства. От трудящихся родины Ильича горячий привет юбилярам передал первый секретарь Ульяновского обкома партии товарищ Скачилов. Он преподнес макет Ленинского мемориального комплекса. Председатель Совета министров Татарской АССР товарищ Усманов пожелал трудящимся Чувашии дальнейших успехов в развитии экономики и культуры. «Пусть образ дорогого нам всем Ильича вдохновляет вас на новые свершения», — сказал он. Первый секретарь ХВШского обкома Венгерской социалистической рабочей партии Георг Олах говорил о крепнущих узах братской дружбы между венгерским и чувашским народами. Сердечно поздравили юбиляра из звездного городка космонавты, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор Андриан Николаев, Герои Советского Союза Валентина Терешкова и Севастьянов. В ярком созвездии братских республик нашей страны равная среди равных Чувашская АССР. Сложил много песен о счастье, и они звучат сегодня над берегами Волги, над столицей республики Чебоксарами. Чувашский народ с благодарностью вспоминает тех, кто делами всей своей жизни помогал становлению и процветанию чувашского народа. Выдающийся чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев. Радость на этой земле утвердились навечно.